Всем нам пришлось в свое время пройти этот непростой этап в жизни – окончание школы и поступление в университет. Тот самый период, когда ты еще не совсем уверен, в каком направлении хочешь двигаться. Часто не хватает наставника, который помог бы определиться, к чему лежит душа. Благо, в наше время появляются различные курсы, направленные на самоопределение и развитие профессиональных навыков в самых разных сферах. Такая образовательная программа в скором времени появится и в Казанском федеральном университете. Вы определили 4 траектории сейчас. Это бизнес. То есть выпускник может себя определить в одну из 4. Это бизнес, это социальная какая-то история, а третье – это образование, и четвертое – это политика. И очень рад, что уже вот сейчас есть выпускники, достойные, классные ребята, которые нашли себя в каждой из вот этих 4 направлений. У нас есть депутаты от городской думы разных городов до Государственной думы. Начало образовательной программы планируется в сентябре этого года. У некоторых образовательных направлений Института физики появится специальная пометка – капитаны. Для поступления на такие программы обучения, кроме ЕГЭ, ничего не нужно. С абитуриентом проведут лишь небольшое собеседование и знакомство. В ходе обучения студенты повысят уровень soft skills – умение работать в команде, вести переговоры и публичные выступления. Эти навыки они также смогут применить на практике. Есть помимо университетского диплома гособразца, есть еще сертификат от благотворительного фонда с перечнем компетенций, которые человек приобрел за время обучения. Но мы больше заостряем внимание не на корочках, не на том, какие бумажечки человек вынесет с собой из университета, а о том, какие компетенции, какой опыт он вынесет и какой опыт он может показать работодателю, либо своим партнерам, с которыми он создает проект. Для студентов, которые узнали о капитанах уже на старших курсах, существует альтернатива – программа «Я в деле». В нее может попасть действующий студент любого направления. Она более интенсивная, но со студентами также будут работать эксперты и наставники. Обучение по программе бесплатное. Альбина Галлямова, Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз.